Владимир Путин прилетел в Астану. Сегодня там открывается 13-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Первым делом российский лидер встретится с Нурсултаном Назарбаевым. Президенты обсудят вопросы взаимодействия стран в рамках ЕАЭС и других региональных объединений. После переговоров глава государств намерен обратиться к предпринимателям, ну а затем примут участие в работе форума. Основная тематика нынешнего мероприятия – развитие транспортного потенциала евразийского пространства. Участники также обсудят меры по сокращению торговых барьеров между Россией и Казахстаном и развитие туризма. Ожидается, что итогом работы форума станет подписание контрактов на сумму больше 3 миллиардов долларов. За ходом переговоров в Астане сегодня весь день будут следить наши корреспонденты. Ждем от них материал уже в ближайших эфирах.